Всем привет, народ, с вами Алекс Механик. Всем привет, ребята. Мы сегодня играем в Spin Tires Mud Runner, и сегодня у нас очень серьезная миссия. Расскажешь, какая? Я думал, ты расскажешь. Ребят, дело в том, что мы работники на работе. Работаем на Крайнем Севере, и до нас была бригада не совсем добросовестных рабочих. Блин, я ударился об стенку. Не совсем добросовестных рабочих, которые... Назло начальству в конец своей вахты просто-напросто половину техники разогнали по лесам, где-то оставили, половину техники утопили. И вот мы приехали только что на вахту, и здесь такая вот фигня. Короче, сейчас постараемся как-то разрулить эту всю проблему. Ох, меня несет боком. Главное, чтобы... Кстати, народ, не забывайте, что у нас есть ссылочка в описании под роликом на конкурс на 100 игр, новогодний конкурс. Так что участвуйте, возможно, именно тебе повезет. Мне? Нет, тебе не повезет. Почему? Ты просто ошибка России. Блять, как отсюда выехать? Сказал ведь не природа, а именно Россия. Давай обратно, обратно, нам не туда. А что, тут нельзя проехать, что ли? Дебил, посмотри на карту. Почему я дебил? Ты что, охуел? Да куда ты едешь, иди нахер. Блин, ну мой МАЗ вообще никакой. Слушай, мне, кстати, кажется, что здесь графика стала, как в этом, как в старом Spin Tires. Нет? И физика тоже. Вот сюда, что ли? Ну, походу. Ох, ёб твою. А куда ехать, налево или направо? А, тут одна прямо, дорога. Прямо ехать. У нас с тобой одна дорога, брат. Не брат ты мне. Давай, ну, ехай, чё ты встал-то? Блин, а к этой камере никак не привыкну. Не, камера нормальная. Неудобная, но нормальная. Лучше бы старую оставили. Старая вот легко было управлять. Блин, лучше бы старый Spin Tires оставили. Точно. Вот чем больше я играю в этот Mud Runner, тем меньше он мне нравится. А тем вот больше здесь понимаешь, куда? Что он Mud Runner, да? А здесь куда? Ну, через лужу прямо, наверное. Ну, вон тут... просто направо дорога еще была. Давай я направо, а ты прямо. Подожди, это на какие каналы вообще идет видео? На наш. Да что ты делаешь? А что ты задом поехал вообще? Давай, я направо, а ты налево, ты прямо. Ты вертел меня, сволочь. Вертухай ты проклятый. Нет, это не на общий канал идет, который без цензуры, это на основные каналы идет. Это на основные каналы, все на основные. Все понял, тогда держим марку. Цензура присутствует. Цензура это с матом? Разум отсутствует. А куда едем вообще, что делаем? Да ищем машины, нужно их в гараж оттараванить. Так может надо сначала типа точку разведки сделать? Можно и так. Я думаю, блин, что надо... я в дерьме. По уши? Надеюсь. Хуже. У меня застряло дерево в машине. Я еду вместе с ним. Короче, тебе повезло, что ты сюда не поехал, потому что тут жесть какая-то. Ну, хоть в чем-то повезло. Вообще, мне в жизни один раз крупно вообще не повезло, все остальные разы, в принципе, везет. Когда ты родился, что ли? Нет, не повезло, когда я с тобой познакомился. Слушай, дядь, тут жестко. В смысле? Тут останкинская телебашня лежит в воде, походу. Останки там твои лежат в воде. Там твои останки, а тут башня телебашня. Башня телебашня какая-то. Я не могу понять, как на нем ехать, я не могу рулить нормально на этом мазе. Я разучился, это называется неделю не снимали Spin Tires, все. Как ехать, непонятно. Я тебе говорил, давай снимать. У меня вот руль не работает. Ты мне говорил, раз... давай снимать. Да, я говорил, давай снимем что-нибудь, а ты говоришь, нет, я лучше проебусь, нет, я не буду снимать. Ты сука. Ой, ой! Ой-ой-ой, чуть не улетел. Хоть не залетел. Ну, кто сказал? Ну, кто сказал, ну, кто сказал? Так, это что, вот тут что ли надо ехать? Я не понял. Вот здесь что ли? А, да.
Вот прямо тут? Да. Тут поляна. Я ломаю елки-палки. О, дальнобойщик урон. Я. Урон. А мне урона дали. Я дальнобойщик, мне дали. Мне урона дали. Мне дали 20 литров солярки. Тебе дальнобойщика дали. Дальнобойщика дали. Я нашел. Кого? Я нашел машину. Там несколько по карте. К-700 нашел, так... смотри. Ни хрена себе машина. К-700. Во, видишь, для тебя. А я что-то другое нашел. Я нашел поселение. Уже машину нашел, поселение ты. Я карту, кстати, открыл, ты видишь? Да, все. Я открыл карту. В смысле все? Не всю. Ты опять свои моды ебучие наставил, что все видно? Какие моды? Ты че, сучка? Ну ты наставил моды или нет? Да ни хрена я не ставил. А почему у тебя все открыто, ты говоришь? А? Пидор. Блять, ну ты дура. Ну в смысле? Пизды на лесопилку вон на остров. На какую лесопилку? Я уехал вообще отсюда. Тебе надо из страны уехать. Из какой, блин? Из России. Зачем? Страна хоть без тебя заживет. А, ну это да. Детям есть нечего, а ты тут... жираешь. Все. Весь дошик пожрал. Ну я же не могу, как ты на самообеспечении. Высрал и съел тут же. Я так не могу, у меня не получается. У тебя безотходное производство идет. Ага, у тебя безысходное. У меня безысходное, а у тебя безотходное. Слушай, я нашел здесь круто. Здесь корабль. Ничего себе. Корабль, на который упал маяк. Я думал, ты жопой упал на него. Вот это обидно сейчас было. Я бы этим гордился. Ты бы лучше собой гордился, но гордиться нечем тебе. Поэтому я горжусь твоей жопой. Я тону. Тони. Ты никому здесь не нужен. Вот так, да? Понятно. Блин. Я что, думал, ты даже превьюху сделал сразу? Да. Ну, когда тонешь, надо делать превьюху, так меня мама учила. Ладно. Вообще, я тебе скажу так, что я думал, что мы с тобой друзья, пока не началась вся вот та заварушка. Начинается. Ты это каждое видео вспоминаешь. А про какую ты заварушку? Их просто было уже достаточно много. Ты про каждую из них вспоминаешь. А о чем с тобой еще разговаривать? Все 255 открыто? У меня вот что открыто. C375. Сейчас я ее возьму. Уже как на половину тачек можно пересесть. А что это такое? О, это Урал! УАЗик. Сломанный. Поэтому мне он не интересен. У меня гаражные части, кстати. Да? Я бы что не говорил. Да, то есть можно гараж открывать. Да, я хотя бы по мосту разок прокачусь. Но ты можешь вести их. А там сколько, 4 или 2? А я понятия не имею. А, там где тележка или полуприцеп? Нет, кабина просто. В смысле кабина? Ну, кузов. Какой? Или... ну, кузов обычный. Ну, будка такая. Или это не гаражная часть? А, будка, которая на этих, на железных колесах? Да. Странно. Будка на мне просто стоит. Ой, блин. Будка такая, в которой типа люди сидят, понял? Или это не гаражная часть? Я вообще без понятия, что это такое. Ты пересел на что-то, да? У тебя вот за кабиной что стоит? Ремонтные части. А, ну значит у меня тоже ремонтные части. Че докопался? Вот ты дура. Ебать. О, это такой мост. Жопа. У тебя жопа есть? Да, прикинь. Это очень тут серьезная какая-то шляпа только что произошла. Я убил КамАЗ. Сука, я убил МАЗ.
Нет, я поехал дальше. Не, я его этот... Я упал в воду боком. Ну, я вот тоже упал в воду передом и убил его. Я на лесопилке, кстати. А что я тут делаю? Но зато мне есть на что пересесть. На кразик. На бутылку? Или слишком избитая шутка? Ну, твоя любимая шутка. Ну, ты ее слишком часто рассказываешь. Потому что ты же сидел на ней. Ты Как что, тут не гонишь? рассказывать? Я бы даже сказал, ты что, охуел? Дядя, мне А. ничего не составляет труда сморкнуться на тебя, понимаешь? Сморкнись. Подойди ближе, я сморкнусь. Сморчок. Николай Сморчок. Криминальный авторитет. Я знал, что ты это добавишь. Да, что про тебя еще добавить можно? Так, ну чё? Да чё, всё, масс бросать надо, чертям. Бросай. Мясо ему. Я поехал на кразе. У меня тоже есть. Но он сломан. А, так у меня ремонтные части, можно было его отремонтировать, что ли? Ну да. Не, я сейчас на две тачки пересаживался, на кразик пересел, там где ты вроде бы открыл или нет. Да, ремонтные Я не части помню, точно. что там куча тачек на ходу. О, тут мост сломанный. Или целый. Передний? Ну, центральный. Через реку. Средний? Не, целый А, через мостик. реку. Нормально проехал. По сломанному? Да. Ничего себе. Так. О, точка разведки прямо где-то. По реке ехать? Вон плохая идея. А, вон еще налево мост есть сломанный. Че, куда поехать? Ну, Направо я пойдем. еду по навигатору. О, ебать! Фух! Че такое? Я заехал на мост, он подо мной начал ломаться. Провалился вниз, и меня начало тащить в бок, и я кое-как выбрался. Ребят, это было что-то невообразимо, капитально-криминальное вообще. Ужас. Чего, блядь? Это было жестко, что? Я просто обделался. Насколько можно обделываться? Имей совесть. Ну сколько нужно, столько и можно. Все мосты сломанные. Ну вот я сейчас упал. То есть я думал, что я поднимаюсь, но на самом деле я упал. Даже чуть не скатился, понимаешь? Опа, Кое-как выбрался. а я нашел телегу. Ну ты сам Николай. как телега. Коля, Коля, Николай, Алексей сколько хочешь, телега. выбирай. Алексей телега. Я тебе серьезно говорю, я нашел гаражные части, ты. Ну где? Вот где я нахожусь, пока. Вези их. Я боюсь, что их не хватит. Подожди, а где ты на карте? Я тебя не вижу. Где ты? Где ты? Шляпник, я тебя не вижу, где ты? А, вот сейчас вижу, гараж. Так рядом с гаражом, что ли? Гаражный фургон, он так и называется. А Я что, сейчас тут вот два эти гаража, что открою ли? машины. Я сейчас вот эти машины открою, вот так вот проеду все, а потом приеду туда. Слушай, там надо вон еще открыть точку разведки еще одну. Где? Там. Она близко ко мне или к тебе? Не Там. хочу опять карту смотреть. Ну скажи, близко ко мне или к тебе? Ко мне. Ну и открывай ее. Калюня, ты что? Мне не нравится этот КамАЗ. Не нравится. Не нравится? Надо же, тебе не нравится. Никто не У него нравится. нет переднего моста. Он мне не нравится. Не нравится. Надо же, тебе не нравится. Чё не Просто едет? не нравится. Давай, поехали. А, это Нет ручник включен. переднего моста. Не нравится. Не нравится.
Я для тебя машины открыл, видишь? Ты мне не нравишься. Я два запорожца тебе открыл. Они мне не нравятся. Ну почему? Я открыл их для тебя, два запорожца. Потому. Ну почему? Они мне не нравятся. Блин, как здесь проехать? Ну, прицеп сносит водой, сейчас за мост зацепится, я его просто уроню вместе с собой. Он на железных колесах, я тебе отвечаю, прицеп на железных колесах. Никакой ни резины, нифига нет. И что, он тебе не нравится? Не нравится. Ты даун. Я весь в тебя. Дауна. Не нравится. Мне не нравится. Не нравится. Сыка. Давай, блин, долбаный крас, или как тебя зовут? Ехай, парашюты. Уважаемые товарищи Штребены, не обращайте внимания, мы просто давны. Роллс-Ройс и давны. Роллс-Ройс давны есть же. Да? Я не знал. Да. Товарищ Штребен. Он мне не нравится. Не нравится. Там цистерна топливная, кстати, есть. Я еду туда, сейчас открою цистерну. Оп. Что будет, если не открывать дверь, когда в нее стучат? Из нее может выйти Михалыч. Нет, так если Михалыч за дверью, а ему стучат. Ну, лучше не открывать. Если Михалыч за дверью стучит. Ну, это если Михалыч может открыть дверь, и ему стучат. А если Михалыч может открыть дверь, а ему стучит два Михалыча? Тогда лучше не открывать. Вот-вот. Опять сверлить начали. И мне это не нравится. Не нравится. Не нравится. Меня просто заебали уже соседи, сверлящие каждый ёбаный день. Мне это вообще не нравится. Какие-то леса непроходимые. Как ты ездил, тачку открывал? Спокойно, на изи. О, Кировец стоит. Купился изи и ездил на них. Та-да-дам, там, 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 та-да-дам, там, 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 та-да-дам, бляха. Там, зацепился. Там. Как мне сбросить-то? Мне звонят и звонят. Сбрасывай Тисо. Просто телефон с балкона. Если тебе не нравится. Мне не нравится. Если тебе не нравится, то сбрасывай. Не нравится. Блять, врезался. Писал смс-ку просто. Ах ты ж, блять, ты такая. Мне это не нравится. Да, или как это? Что это было? Что? Я открыл бортовой прицеп и бортовой Алекс Фреш. Алекс Фреш открыл. Карту открой, поедь туда подальше. Так это твоя. Я не хочу туда ехать. Ехай. Но мне это не нравится. Ты должен.
А откуда туда заезд? Где он? I don't know. Ты понимаешь, что нет дороги? Найди. Но мне это не надо. Не сюда. Ты лучший давн, чем я. Ёб твою, прицеп чуть не перевернулся в дерево. Ух ты, блин. 77. А теперь секунда серьезности. Да. Секунда прошла, можно продолжать. О, B-133 в гараже. Нормально, сейчас откроем. Как мило. Это же этот, Зилок, да? 131-й. Да. Это как у академика? Да, наверное. Слушай, надо еще один прицеп. Ну и вези, я поехал точку открывать. А у меня его нет, он всего один был. Все, пиздец. Возвращайся вот сюда, вот смотри, вот сюда, едь. Да иди ты в этот, я еду за прицепом. А я точку пойду открывать. Куда мне возвращаться? Ёб твою, я тону. Коля. Калюня. Что ты хотел? Забирай этот прицеп гаражный. А я поехал точку открывать, а МАЗ вытянул. Ты МАЗ. На МАЗ. Хлебный намаз. Масло берешь, так намазываешь. Слушай, как ты намазываешь масло на хлеб, если оно замерзлое? Ну нет масла. Да как, острым ножом оно один фиг отрежется. Нет, а намазать-то как его? Или ты просто кусками кладешь? Да, просто положил и все. Ну батя просто кусками кладет, я помню, вот раньше, в детстве. Типа это, он просто отламывал куски масла, клал и там сверху какой-нибудь там сырок или что-нибудь и говорил, на, ешь. А ты ему говоришь, ну, оно задоткое. А он говорит, ешь, сука. Ничего себе. Ну да, у тебя не так было? Не, ну прям ешь, сука, мне не говорили. Наверное. Ну ты просто не помнишь, потому что тебя сразу после этого били под затыльник, и у тебя это, память отшибала. Обмывальник головой били. Или об батарею. Блин, это жестко. Я как-то разбился головой об батарею. Мне не понравилось. Не, я себе как-то голову об батарею разбил. Разочек. Тебе понравилось? Ну такое, нормально. О! Привет, намаз. Привет. Как вид из салона? У меня вообще исчез в игре вид из салона. Че случилось? На правую кнопку нажми. О! А у меня тут. Прикол. А у меня нету. А вот так есть. А чё я тону-то, блин? Чё я тут с тобой вид твой смотрю из салона? Я тону, блин. Тони сколько хочешь, я тебя не знаю. В смысле? Я ж... Меня бесит, когда цепляешься вот об дерево между кабиной и кузовом. У тебя глаза горят. Горит Колян. И у тебя глаза горят. Ты знаешь, как хочется срать. Так хочется жить. Где тут ехать-то? Ехай. Ехай! Нет, не там, не там, не там! Тут Александр Мостовой стоит. Слишком упоротые, мне кажется, совместные наши ролики стали. Ребят, напишите в комментариях, они слишком упороты или нет, или нормально. Вот где та грань упоротости, которую вы готовы смотреть, которая вам нравится? Напишите, это мы все равно деградация. Не будем читать. О, я камыши нашел. О-о-о. Ты хочешь в камыши? О-о-о. Камыши. О-о-о. Чуть не утонул в луже. А сейчас мы проведем эксперимент.
Мы попробуем прицепить к КАМАЗу прицеп. Ребятки. Ребята. А как надо-то правильно? Черный надо или как? Черный. Ох, ёб твою. Кажется, я нашел. Нашел черную круг. Куда надо делать, не понимаю. Делать в гараж делай. На. А, так тут сюда дорога была. Так что? У меня лебедкой зацепилась, это неправильно же. Ах ты лебедка. Ты поближе подтяни, там надо на черную нажимать на самом прицепе, оно типа приконнектится, вот, когда прицеп очень близко. Оно ж как этот, как погрузка бревен. Нет, у меня упал. Ах ты ж бревно. Ну он говорит типа, говорит туда едь, я еду, он говорит сюда едь. Ну, в принципе, бывает. Как тёлка какая-то ломается. Прицеп этот. Ну, хоть не как Михалыч. На нахуй. Сделалось. Ах, куда везти-то? В гараж. А где гараж? А вот. В самом начале. В 24 уже. А как ты ехал? Я? По берегу. Вот через этот островок. И там лес очень мелкий, но маленькие деревья. И мимо Кировца. Ага. У меня нет Кировца. А мне пофигу. У меня МАЗ тут. А чё за парик плавает? Я его утопил. Ах ты ж паскуда. Он себя неправильно повел. Я хочу за парик. Ты знаешь, как хочется за парик. Ночью, Оля, я хочу на рассвете. Я куплю тебе запарик. В GTA. 6. Онлайны. 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 Как думаешь, я заказал тут Half-Life 3 из Китая. Чё там придёт? Я думаю, там будет Half-Life 4. Понимаешь, вот все хотят третью часть, а третьей просто не будет, будет сразу четвертая. Это шикарно, блин. Не получается так. А что если заказать китайский товар из Китая? То есть помимо того, что вы придумали в Китае, так он еще и сделан в Китае. И подделка в Китае. Михалыч, а какая самая лучшая китайская машина, на твое мнение, которая продается в России? Да хуй его знает, не знаю. Я не знаток их. Проведи расследование. Но если бы мне дали на обзор, на ту Subaru написали, говорят, типа, можете сделать обзор? Я говорю, могу, и они затухли. Нахуй писать было. Если бы были подписчики такие, это, активные, да, можно было бы писюльков навставлять всяким там дилерским центрам и давали бы машины там и в путешествия, и на обзоры. А то у нас подписчики мертвые. Вы скатились. Да. Как ты думаешь, наши подписчики скатились? Я думаю, скатились. Скатились просто вообще капитально. Мы пытались их как-то удержать. Они скатились. Как вам, блять, не стыдно? На путь истины вас вели. Ну потому что слушают всяких педиков и школьников. Им втирают какую-то дичь. Все. Нет, чтобы дядю Лешу слушать. Дядю Колю. Дядя Коля хуйни не посоветует. Знаешь, даже захотелось спросить совета у него сразу. Так дядя Коля, понимаешь, звучит вот аж уважение такое, да? Да. Дядя Коля. Да, да. И как бы так сразу, типа, блин, ну,
Да, что-то знает мужик, что-то видел в жизни. Может подсказать грамотное что-то. Так ведь? Да. Нифига тут мост. А ты тут проезжал по нему? Да, у меня двигатель заглох. По деревянному мосту поэтому проезжал? Все, мне жопа. Ах ты жопа. Калюня. Мне осталось... Я все. Коля, как ты ехал по этому долбанному мосту? Я жопа. Да нормально, как взял и проехал. Не очкуй, просто едь. Да какое, застрял в бревнах. Да не очкуй. Ты просто очкуешь. Ёпи. Ломай нахуй это дерево. Оно не едет. А я не тебе. Я застрял. Коля. Ну ты что? Ты меня развел. Почему? Бревна поисчезали. Как так? Это все твои моды, вот эти вот заморские, понаставлял? Я даже не могу никуда лебеднуться. Ни на север, ни на юг. О! Давай, детка. Чуть-чуть, миллиметры оп, пошли. Оп. Давай, поп-поп. Сейчас выйдем. Что, застрял, что ли? Ну, между деревьев у меня осталось 4, 14 урона. А что ты между деревьями застрял? Там же, блин, дорога свободная. Ну, я решил по-другому немножко проехать. Что, подъехать тарануть? А как ты разок? Знаешь, инициатива, она наказуема. Нет, мне бы починить разок. А, ну тогда как-то сам. Ну, понятно. Нечем чиниться просто, я уже все израсходовал. Поеду медленно, аккуратного, чтобы нормально было все. Аккуратного, главное. Сий омга. Смотрел «Славного дружа», ему вместо сёмги написали «Сий омга». Нормальная тема. Я бы этим гордился. Чем? Сёмгой. Ты ел ее хоть раз в жизни-то? Да. Я хотел тебе задонатить, но ты стримы не делаешь. Я думал тебе на красную икру какую-нибудь задонатить, чтобы ты это хоть раз почувствовал себя нормальным человеком. Да лучше бы на дошек задонатил. На кой мне твоя красная икра? Ну хоть бы раз попробовал просто. Пацаны вон, дошика видел. Хотят, а не твои красные икры голимой. Какие пацаны? Нормальные, ровные. Ну это ж не про тебя. Ну так я ж для пацанов. Народ, можешь сделать конкурс на этот, на дошек? Разыграй там 500 пачек дошика. Ты думаешь, до этого момента кто-то досмотрит? Ну я не знаю, до розыгрыша ты думаешь, никто ее не сожрет? Дошик. Я думаю, что до этого момента видео никто не досмотрит и не смогут ответить на твой вопрос сейчас. А, ну кто-то один там ответ будет. Ну, может быть. А если нет, то Михалыч будет хавать 500 пачек дошика. А ты будешь заливать кипятком сверху? Да. И приправой посыпать. Ну ты только себя заливай и посыпай, а я буду просто хавать. Михалыч заливной кипятком. Такое новое блюдо. Это блюдо какое-то, да, прямо. Суп из Михалыча с кипяточком. Сук? Суп. А, суп. Блин, я бы сейчас не отказался от какого-нибудь куриного супчика, а то я типа болею и мне как раз надо. С курочкой. А с дошиком? Я не ел суп с дошиком, я просто дошик ел. А ты... У меня есть дошик. Да, приготовь себе суп с дошиком вместо макарошек. Я думаю, что будет говно, а они развалятся же. Развалятся. Да что они развалятся? Он когда сварится, понимаешь, им достаточно остается. То есть ты его сваришь без макарошек, а потом закинешь дошик. Да, как рифма какая? Какая? Ты его сваришь без макарошек, а потом закинешь дошик. А, хорош, вот это рифма, ёп. Жаль, тебя не было в мои юные годы, ты бы стихи писал, которые я потом девушкам бы отправлял. Ты говорил, что это я написал. Нет, не только.
Я могу расценивать твои слова как пропаганду гомосексуализма? Нет, можешь расценивать как угрозу. У меня блокпост закрыт. Что делать? Открываю его. Как? Открываю его полностью. О! Я сигналю, они не открывают. Ничего, подожди, откроют. Что это за деревня такая? За париками. О, открыли. Ну-ка. Open the door. Сейчас я все машины перемещу в гараж. Перемещу. Давай. Come in. А как в гараж справиться? О. Давай. Мне просто интересно. Я ж не Тоша. Работа. Давай. А как в гараж? А вот. Снизу кнопка. Слушай, тут что-то глюк с перемещением в гараж, потому что у меня запарики летают по всей территории там. Да? У меня вроде норм. Но у меня он один уже в лесу валяется. Второй тоже. Но это, видимо, только с запариками, потому что у меня все норм. Так, сейчас К-700-очку еще перемещу я. О, К-700-очка сломалась тоже. А то на чем начинали. О, меня... Вот эти тоже все надо. Зелок или Шишига, я не понимаю, что там. Тоже улетело куда-то. А что такое Дайцун, Дацун вот этот какой-то, Дайтус? Не знаю. Трактора какие-то. Ты наставил трактора, что ли? Ну да. Ничего себе. Так, ну я, по-моему... А, вот еще С-260. А еще два запарика. У меня тоже есть два запарика, оказывается. Слушай, ты все переместил уже техники? Да. Правда, тебе не кажется, несколько машин за территорией валяются. Охуел от такого наплыва техники. А техники реально дохренище. Я сейчас попробую запарики еще раз переместить на место. У меня запарики нормал. О, запарики сейчас нормально переместились. Некоторые все равно в лесу лежат. О. А ну-ка, Шишига. Не, у меня запарики хорошо стоят. Так а что, миссия-то не кончается? Там же было написано, что типа... А вот тут еще есть просто лесопилки, а у нас главная миссия была спасти. Да, там просто в описании же написано, что типа надо спасти. Вот я подумал, что этого достаточно. Типа спасли и все. Спасти рядового Колю. О, спасибо. Это звучит приятно. Да. Ну что, я думаю, что на этом закончим. Народ, не забывайте, что все ссылочки есть в описании под роликом. С вами был Алекс и Механик. Всем пока-пока. Пока.